невнимательно спровоцировал транспортный коллапс. Кто успел, тот доехал, а остальным пришлось искать объездные пути. Сегодня в утренний час пик в Самаре произошло ДТП в районе улицы Лейтенанта Шмидта. ВАЗовская легковушка выехала на рельсы. Водитель трамвая применил экстренное торможение, но наезда на «Ладу» восьмой модели избежать не удалось. В результате машина преградила путь транспорту в обоих направлениях. Авария обошлась без жертв. Хозяин авто свою вину не отрицает. Моя вина, просто не заметил трамвая, потому что трамвай приближался без сигнала, и я ничего не могу сказать. То есть просто не моя невнимательность, и все.